Привет, друзья, мы продолжаем с вами играть в Call of Juarez, и у нас называется карта «Смерть верхом на стальном жеребце». Что ж, я так понимаю, мы на лошади догоняем поезд. Ух ты, как мы быстро ворвались просто в этот вагон. Опять поезд, уже только ездящий поезд. Какие серии, мы уже попадали с поездом, конечно. Так, а что у нас тут? Из оружия есть, ага. Умри. А можно тебя спустить и простреливать. Ой, наверное, тоже. На тебе. Так. Никого. How'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. Такая мотка назад прикольно было. И как все было на самом деле по легенде? Мы против поезда, что ли? Мог одним. А, нет, это наш, видимо, враг, следующий остановить поезд одним взглядом. Джесси Джеймс. Одним взглядом остановил поезд. They hopped a freight train, haven't heard. There was a big payroll in the express safe. So I hopped the same train. Вау. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. Так, друзья. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Сопадите поезд. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached that. The James Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Вот это вот, вот это вот по дикому поезду, как говорится. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Так, ладно. Сейчас перезарядимся. Вот это классная миссия. Вот это мне нравится. На ездящем поезде, перестрелочки. Так, ни черта не вижу. О! Там кто-то есть. Динамит, да, на тебя тоже динамит. Так, вон там наверху. Так, еще кто-то стреляет, паразит. Блин, из-за этого вот песка или что это такое вообще не... Так, как-то все обойти-то. Не понял. Прыгает на все. Готов? Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Леди джентльмена, здравствуйте. Need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. Так, а чё? Наш герой опьянел, что ли, я не пойму. Мы идем в замедленном месте. So much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves?
А, наш герой отключился. Смотрите, сейчас идет якобы текст тех героев, которым он рассказывает это. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack. I mean, you gotta be two bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. А, видимо, все так будет продолжаться, пока мы... Они не договорят. Went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Star? Belle Star. Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Ой, новый уровень как раз, вот это здорово. Так, больше концентрации, оружие перезаряется, да? Так, винтовочку возьмем. Чё, легендарное оружие открыто, револьвер с узором. Скорострельности, с... в общем, какие-то бафы накидывает. На-на-на! О, я теперь могу тыркать R. Он еще быстрее будет прижаться! Нет, не в ту сторону, да твою что налево. Сколько вот, если бы на экране не было вот этой всей размытости, еще можно было бы понять, что это как. Еще раз апаем вот эту штучку. Идем. Ёлки-палки, они прям выскочили. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember it. Ёлки-палки, откуда стреляют? Наверняка может быть очень много секретов между этими вагонами. Я тебя по ноге вижу. Идем сюда. Так, надо перепрыгнуть, да? Эх! Да что ты там говоришь? Ай, перепрыгнул. Ух ты, ёлки-палки. Нет, в ту, вправо, влево, то есть влево надо было, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это уже хардкорность. Это я где? А, это я где спрыгивал, да? Ну, взрывайся, динамит есть. А я его сейчас отсюда сниму. Вот так вот. Kill you, kill you. Ух ты, что-то падать стало. Это нормально так, если он так едет без билета? Бронированный пулемет, мне это слово уже не нравится. Ух, ёлки-палки, ну и пулеметище. Сейчас будем каким-то образом к нему прорываться. Ладно. Бревна падают. Вот мы идем такие крутые. Так, есть, добежали. Нет, не попал.
Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Так, надо выследить Диану. Ух, ёлки! You're messing with the flow of the story here. Попробуем динамитом, поближе динамитом его. Так, бежим, 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 бежим. Все, перезарядка, да? Есть, я в него попал. Надо, короче, ему либо в голову стрелять, либо подбежать динамитом. Жарить. Ну, сложно, друзья, сложно это все сделать. Сразу вот так вот стрельнем. Ну, прям простреливает, а дырки-то остаются. Хорош стрелять. Так я не попаду. Так и не докину. Бежим сюда. Потихонечку, потихонечку. Что можно взять? Не вижу его. Сюда смысла нет никакого идти. Оба. Сейчас мы его снимем. Еще пули, пули, много пуль. А, один выстрел не хватил, да чтоб тебя, а? Ладно. Да, друзья, вот это настолько все сложно. Надеюсь, вот не начнут стрелять вот по тем красным ящикам. Анджей, я в него попал. Ну что же, у динамика не берет. Есть. Есть, ура, 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 ура. Чего использовать? Да. Да ладно, вы шутите. Уху, вот это веселый сейчас будет. Хо-хо-хо. Коробки можно разрушаемые, смотрите, даже есть. Чё, все съели? Вот так-то. Ого. Прям целый этот цех с оружием. Карта. Вот так.
Так, вот, еще секрет нашли, оказывается. Что-то я не понял, а мне что, в обратную сторону идти? What the fuck? Проберитесь через вагон, то есть в ту сторону, что ли? Хм. А, ну да, я же с этой стороны шел, типа, не в ту сторону. Ладно. Окей. Кого? And that included Jesse James himself. Есть. Черт. Не люблю этих мужиков с большими пушками. Черт, чуть не откинулись прям тут. Вперед. Так, это, видимо, уже поезд. Хо-хо-хо. Воу! Надо вернуться. Воу! 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 Жесть. Что это такое? Как тут пройти? You had a showdown with Jesse James? Of course he did. ПВП. Опять ПВП? Нет, друзья, как я ненавижу это. Ладно, ублюдок. Давай, умри с первого раза. Мы в расчете. Да куда ж фокус-то улетает-то? Ёлки-палки, нифига себе, надо этим фокусом просто колбаситься во все стороны. Давай, хватит мотылять, держись. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. Только не говорите, что там впереди еще один ублюдок. Фу, на этом все, друзья. Мы с вами такую миссию прошли, да. Одна из не самых легких, я бы сказал. Я думаю, в этой игре очень мало легких миссий. Всего было по парочку. Остальные все просто полный хардкор. Что ж, а мы будем в следующей миссии уже продолжать дальше, смотреть, чем будет это все заканчиваться. Уже скоро-скоро финал, друзья. Пока-пока.